Președintele rus a acuzat țările occidentale că încearcă să extindă un sistem asemănător NATO în regiunea Asia-Pacific. Într-un discurs susținut la o conferință internațională privind securitatea, Vladimir Putin a mai spus că Statele Unite încearcă să prelungească conflictul din Ucraina și să destabilizeze lumea prin recenta vizită în Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților. Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему, по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как АУКУС и другие. Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире. Наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию.